Здравствуйте. Очень рада видеть. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, Людмила. Хотя могу сказать, что вижу теперь Андрея Попова достаточно часто на разных телеканалах. Поняла, что человек ведет активную общественную жизнь, то есть высказывается по разным вопросам, так? Так. Так. Но, заметьте, без приглашения не прихожу, поэтому еще раз спасибо за ваше приглашение. Я рада. Как правильно представить вас? Это к вопросу о том, чем сегодня занимается Андрей Попов. Да, вот кто он такой сегодня? Ну, знаете, часто люди настолько вживаются в роли, которые они играют, что, потеряв роль, они теряются. Я не такой. Я, каким я был, таким остался. Я Андрей Попов, Андрей Михайлович Попов. Вот вчера вышли, покушали пирожного с отцом и с сыном, очень душевный такой. Это тоже сын, отец, это важные составляющие, которые не зависят от того, ты посол, ты шофер, ты телеведущий, или ты президент, или священник, понимаете? Я бывший дипломат, это моя профессия. Я закончил два образования в Румынии, условно говоря, дипломатическую академию, там долгое название, но в 96-м году два года национальная школа по администрации политики, факультет международных отношений, потом год учился в Женеве, политика безопасности международных отношений. Работал 4 года в Вашингтоне, 2,5 года в Вене, 4 года был заместителем министра, в центральном аппарате Министерства иностранных дел, в ассоциации внешней политики. Мы с вами познакомились в 2009 или 2010 году в парламенте Республики Молдова. Неправда, это было несколько раньше. Это было, когда вы были в ассоциации внешней политики, да, но... вы мне звонили, а я тогда работала на телеканале «Нет». Да, но так, живое общение нам помог установить все-таки больше... Парламент созыва 2009 года. Просто я не знаю, как про. Я гражданин, который имеет свою, по многим вопросам, четкую гражданскую позицию. Мне не безразлично, что происходит в моей стране. У меня одна родина, нет других паспортов. Хотя не осуждаю других людей, но у меня принцип. Я одной родине служу, у нее есть имя Республика Молдова. Я после 2,5 лет работы послом в Австрии, вернулся домой и решил, ну, знаете, хватит с трибун критиковать судью и игроков, судью намыло и так не бей, так бей. Надо выйти на поле общественно-политическое и говорить то, что тебя не устраивает, а самое главное, как ты считаешь, должна страна развиваться и что для этого нужно сделать. И я готов в меру своих знаний, опыта, связей, ну, помочь тем, кто хочет страну нашу вытащить из этого кризиса. Поняла. Но в последнее время у людей вы ассоциируетесь прежде всего как человек, который громко покинул Демократическую партию Республики Молдова. Ну, так было. Ну, я не знаю, как это сказать. Да. Вот вы много говорили о причинах. А почему громко? Ну, потому что из правящей партии, да, из той партии, которую на сегодняшний день называют ведущей, не так часто люди уходят. Особенно, когда они занимают какой-то пост. Я помню, что уходил депутат, значит, Балбачану, да? И, в принципе, и так сейчас я затруднюсь сразу вспомнить, был ли еще кто-то, кто бы себе вот позволил так поступить. Как поступили вы? Я сейчас даже не об этом. Вы поясняли, почему так произошло. Ну, знаете, у нас люди не очень верят в принципы. А вы даже вот в первом своем ответе говорили, вот, у меня есть принципы. Это понятно. У меня вот такой вопрос. Вы в самом деле такой принципиальный человек? Да. И по какому принципу живет принципиальный человек? Вот самый главный ваш принцип? По совести. Вот смотреть в зеркало, не врать. Так. Ну, знаете, нужно быть честным перед собой и избегать двусмысленности. Говорить то, что думаешь, и думать то, что говоришь. Вот и все. И не менять свою позицию в зависимости от конъюнктуры. Вы сказали, ведущая партия. Да, демпартия сейчас ведущая партия. У меня там осталось очень много
друзей, даже близких друзей, не просто коллег, а людей, с которыми я подружился за эти 7 лет, что я был. Мне не просто далось это решение. И если вы заметили, я делаю очень четкую, постоянную дифференциацию, различия. Я не говорю никогда «Демпартия это», «Демпартия то». Я говорю «руководство Демпартии» или «люди, кто говорят от имени Демпартии», да? И рядовые члены и сама партия. Мне очень жаль. Я в 2009 году ушел из гражданского общества сознательно. Мы с вами говорили, помню, был митинг такой очень жесткий после событий 7 апреля. Прорумынский, антироссийский, антиполицейский, антикомпартия, антиправительство. И пришел просто посмотреть, что же происходит в реальной жизни. Но когда я увидел буквально к концу, к завершению митинга, одна гражданка, сейчас не буду вспоминать ее имя, призывала всех к объединению, сказала, что вот и хорошо, это знак свыше, что у нас сгорел парламент и президентура. Они у нас есть в Бухаресте, наша родина Румыния. Мне это не понравилось, мне это задело. Я попросил слово, мне дали слово, поднялся на трибуну и, начав на государственном языке, его кто-то называет румынский, кто-то молдавский, не принципиально, но я сразу перешел на русский. Сказал, перестаньте, нас не нужно настраивать людей друг против друга. Вне зависимости от того, мы молдаване, или считаем себя румынами, или кто-то гагауз, русский, украинец. У нас одна родина Молдова, вот давайте создавать поле для консенсуса. Я не раз в своей жизни шел против течения, если это течение шло против моих принципов, и не боялся этого делать. Ну, я не скандалист, я ушел без скандала, и, знаете, есть такой принцип, не плюй в колодец, где ты пил воду. Мне неприятно, на самом деле, мне чувство дискомфорта, когда я вынужден критиковать действия руководства партии, но есть за что критиковать. Так отвечу, я живу по принципам, я не идеалист, тем более я реальный человек, я прагматик, я делаю исключения, я где-то нужно округляю углы, если нужно. А если не нужно, я говорю в лоб. В данном случае я понял, что так дальше нельзя. И я не хотел больше ассоциироваться с теми процессами, заявлениями, решениями, которые кто-то принимает от имени всех членов партии. И я ушел. То есть главный принцип – это жить по совести. Конечно. Тем не менее, не все разделяют ваши взгляды в том, что касается вашего ухода. Вот ваши оппоненты считают, например, что Андрей Попов прекрасно понимал, что его и так отзовут с должности посла. Mm-hmm. Об этом, по крайней мере, шли упорные слухи, и вы даже говорили, что если президент потеряет к вам доверие, то вы готовы уйти хоть завтра, то есть об этом много говорили. И в то же время были не уверены в вашей партийной карьере, потому что посол, который позволяет себе публичные скандалы, я не помню, чтобы у нас в отношении какого-то посла вот, развивались именно события таким образом. В чем скандал, могу ответить. Вы не помните, что вас обвинили в том, что за антироссийскую, за антирумынскую политику, да? Вот политику даже? Да. Не было так. Высказывания. Но вы это все отрицали. Нет, подождите. На самом деле, в каждое второе интервью я уже отвечаю по этому вопросу. Действительно, были спекуляции. И меня проинформировал мой министр иностранных дел, что президента ко мне вопросы насчет каких-то якобы антирумынских заявлений, которых я по умолчанию делать не мог. Я не носитель антирумынскости. Да, я в Румынии долго учился, жил. Эту страну люблю, уважаю. Но у меня есть своя страна, Республика Молдова. И если я считаю, что я молдаванин и говорю, что я горжусь тем, что молдаванин, хочу, чтобы в моей стране люди с гордостью говорили, что мы молдаване, я не считаю это антирумынскостью. Если кому-то показалось, ну, надо креститься или спрашивать мою точку зрения. Меня не спросили. И я человек честный. Что ж, если президент. Но потом ситуация изменилась. Это мы говорим о ноябре. Я, кстати, опять же, не хочу возвращаться, но поставлю точку. Я как только узнал, что у президента Тимофти после встречи с каким-то иностранным послом, почему-то, несмотря на то, что он мне за год до этого дал высшее дипломатическое звание посла, и мы с ним в ни одной командировке провели, и у него отношение, пока мне он о нем говорил, было позитивным или очень позитивным. Но что-то изменилось. Видимо, человек
попал под что-то влияние, или ну, даже не в том смысле. Смысл, что у нас президент юрист. И в юриспруденции есть такое базовое понятие. Вот на первом курсе учат, это принцип легальности. Вот если тебя в чем-то обвиняют, ты должен понять, в чем тебя обвиняют. И есть презумпция невиновности. Вот я убежден, я никогда в своей жизни ни до посла, ни до ассоциации антирумынское заявление не делал. Здесь недопонимание. Андрей, возможно, это было недопонимание, но это вызвало скандал. Потому что у нас, я не помню, чтобы какого-то посла говорили, что есть угроза его увольнения именно за то, что он позволил себе какие-то высказывания. В данном случае это были антирумынские. Я это имела в виду. То есть, я так понимаю, вы считаете, что вас могли и не отозвать? Конечно. К этому? Нет, ну более того, Любин, предельно откровенно. Тут много недопониманий по отношению и к позиции Мариана Лупа, и к Демпартии. Вы же знаете, сейчас есть алгоритм. Он дурацкий и неправильный, по которому даже послов назначают по согласованию между партиями и альянсами. Это очень пагубная практика. Такого практически нигде в мире нет. Это плохо. У нас вот в Вашингтоне уже почти год, с июля 2015 года нет посла, потому что не договорился Дону Гимпу и Дону, не знаю, Плохотнюк, наверное. Вот. Насчет меня. После того, как эти посылы, позывы президента, я до сих пор не понимаю, почему я, кстати, не говорил, мне просто хочется, чтобы определиться в своих отношениях и сформулировать определенное свое отношение к президенту, к этому поступку его. Он действительно на определенный этап настаивал, но подключилась Демпартия. И начиная с января, февраля месяца, Мариан Лупу лично два раза снял этот вопрос с повестки правительства. Это правда, понимаете? И у меня в феврале, по-моему, 9 февраля, накануне дня рождения Дмитрия Георгиевича Дианова. Простите, здесь очень важный момент. Председатель партии снимает с повестки дня правительства. Ну, какие-то вопросы. Это, подожди, вы понимаете, как это звучит? А почему как это звучит? У нас есть алгоритм. У нас есть совет альянса. Секундочку. Давайте мы не будем говорить, как это звучит, мы будем говорить, как это выглядит. Что у нас лидер партии пытается повлиять на формирование повестки дня правительства. Это, кстати, очень правильно. Жаль, что он не представитель. То есть представитель законодательной власти у нас так влияет на исполнительную власть? У нас много перекосов в стране. Но есть система, по которой решение правительства проходит фильтр. Угу. Раньше назывался Совет коалиции. В этом Совете коалиции участвует не лично Мариан Лупа пришел. Я просто хочу, чтобы не было двойственности в моих отношениях. Я Мариан Лупу не осуждаю и не считаю его зачинщиком всех этих козней, если они и были. Я просто хочу сказать, что у меня был разговор с Мариан Лупом. И была такая, договоренность, его предложение. Андрей, ты сидишь в Вене, сколько тебе там, пока мандат, у меня еще 2 года. Воздерживайся от своих комментариев и деклараций, типа ты не согласен с отставкой правительства Стрельца, или типа мне не понравилась манера коварная, как был арестован Филат, я это высказался, или мне не понравилось, что Демпартия не встречалась со Стурзой, или мне не понравилось, что Влад Плохотнюк повторно, несмотря на то, что президент сказал нет, пытался себя продавить. Многие вещи мне не нравились, я о них уже начинал открыто говорить. Вам предлагали молчать? Я правильно понимаю? Людмила, здесь сложнее. На самом деле послы не должны так говорить. То есть, если ты посол, ты должен... Я понял, что у меня есть выбор простой. Или я сижу спокойно в Вене, очень комфортный город, очень хорошая работа, любимая работа, мне очень нравилось там работать. И я думаю, у меня получалось, хотя не мне судить, но я себе дал бы неплохую оценку своей работе, и такую давали и другие. Но я же представляю кого-то, я представляю страну. А вот то, что происходит в стране, мне радикально не устраивало. Я вижу, куда у нас идет страна. И чем сидеть спокойно на лаврах посла и быть недовольным тем, что здесь происходит, я просто принял решение, я возвращаюсь. Молчать не могу, потому что понимаю, что если все будут молчать, то мы очень быстро окажемся в пропасти, из которой нас никто уже не вытащит. И поэтому я решил вернуться и определил свои отношения. Как? С Демпартией, так и с Министерством иностранных дел. Ушел и из Министерства, и из Демпартии. Я не приостановил членство, я ушел. Вот это уже 2 месяца. Я, к сожалению, на сложной ситуации. Людям сложно верить. Но, вы знаете, я повторюсь, это не в первый раз. Я ушел из Министерства иностранных дел в июне 2004 года. Я был самым молодым директором.
Я ушел. У меня отец ушел в отставку в сентябре 2004 года. Единственные его и мои тогда комментарии в 2004 году были такие, что просто конфликт возникает между совестью и тем, что тебе нужно делать. И ты выбираешь. Но сейчас я открыл скобки и сказал, ну это уже было 2 месяца назад, я бы вам предложил, если можно, говорить о текущем моменте, я о будущем. Я не вру. Вот меня невозможно уличить во лжи, потому что я говорю то же самое и от сердца, понимаете? Я оставлю за собой право формировать повестку нашей беседы, да, потому что вот те вопросы, о которых вы предлагаете говорить, я задам их позже. Хорошо. Для того, чтобы было время. Больше понятно, я считаю необходимым, выяснить какие-то моменты. Например, один из них. Это то, что в вашем поступке, которые вы сделали, я сейчас говорю, когда ушли из партии, многие разглядели вот один такой нюанс. И касается он, я сейчас зачитаю цитату вашего интервью, касается он Влада Плохотнюка. Смотрите, что вы говорили. «Дорогой Влад, это не предательство. Говорю это с уважением и подтверждая все сказанное ранее». Вот это самое «с уважением»? Да. Мутило многих. Почему? Скажите, пожалуйста, я хочу сейчас узнать, за что вы уважаете человека, у которого антирейтинг достиг 90%. Хорошо, это вы цитируете. Одно из интервью. Это не интервью, это 13 или 14 января, заметьте, за неделю до формирования правительства. Я это уточняю, потому что здесь спекуляции неадекватные, якобы, что я обиделся, что мне не предложили министра иностранных дел. Заслуживаю, не заслуживаю. Я этого не говорю. Нет, есть такие тезисы, причем определенные представители Демпартии, которые, казалось бы, знают всю подноготную, о которой мы сейчас не будем говорить. Но я сделал это заявление в день, когда я увидел, что Влад Плохотнюк, несмотря на то, что президент сказал нет, идет на пролом. И я тогда подумал, что будет сейчас продавливаться его кандидатура. И там сценарий импичмента, Адриан Канду, его президента и так... и навязать эту кандидатуру. Не получилось. Я не знал, что так будет. И вот в тот момент, 13-14 января, уже не помню, я написал в социальной сети, что я выхожу не только из... Политсовета. Что я выхожу из политсовета, из национального совета. И что not in my name написал даже на английском, не от моего имени, пожалуйста, дальше. Потому что я же агитировал за Демпартию какая-то. Я был в двух предвыборных кампаниях, 9-10 года. Меня порой, не так часто, но периодически встречают люди, говорят, как же так? У меня Юрий Петрович в моем дворе в Кишиневском, я его агитировал, он голосовал за Демпартию. А он говорит, как же так, вот вы подвели, вы говорите нейтралитет, вы будете остановим политическую войну, а сейчас мы еще более расколоты. Вы сейчас опять объясняете, почему вы из Демпартии ушли. Нет, я объясняю. Так вот, это решение почему. Насчет Влада Плохотнюка, у меня к нему сложные отношения, он не черно-белый. Вы отказываетесь от слов? Нет, я Влада Плохотнюка уважаю, повторюсь, я Влада Плохотнюка уважаю. За определенный набор качеств. Например? Но чтобы это не было выражено из контекста, он не мой герой, и я считаю, на данном моменте систему, которую он построил, она пагубна для страны. У меня ничего нет личного к Владу Плохотнюку. Более того, Людмила, раз уж вы спросили, я как-то, вы знаете, становлюсь экспертом по Владу Плохотнюку и Демпартии. Это неправильно. Но меня спрашивают. Я вам не раскрою многих скобок. Ну, просто неправильно. Я с ним знаком с 19 ноября 2009 года. Когда на политическом совете Демпартии Мариан Лупу предложил его включение в второй список в партии в последний день. И тогда я встал, и вот так, на таком же расстоянии был Влад Плохотнюк, и здесь Валерий Лазов и Мариан Лупу, и сказал, коллеги, я считаю это неправильно. Влад Плохотнюк, второй в списке, это значит спекуляция, это значит нам минус 2-3%. Ему в лицо сказал. Но это не привело к разрыву отношений. Это привело к началу общения. И за последние 5-6 лет я с ним, бывали паузы по году, на самом деле, в Вене я целый год, наверное, с ним не общался вообще. Но я с ним общался не один, не два, не пять, не 10 раз. И поэтому я смог о нем создать впечатление не на основании карикатур, которые тиражируются разными политиками или серьезными поставами, а на основании живого общения. И более того, очень важную вещь скажу, может противоречиво, но у меня лично, гражданину, коллеге по партии, бывшему Владу Плохотнюку, претензий нету. В межличностных отношениях Влад Плохотнюк, Андрей Попов, он был корректен. Когда я ему звонил,
Папа не так часто, у него находил время, встречался, причем не полчаса и не час. Были разные разговоры, много я узнал, и многие вещи останутся за кадром, я их не могу, это были приватные беседы. Мне показалось, ему это общение тоже по каким-то причинам интересно. И я теперь могу вот со своей колокольни понять, почему ряд ярких, грамотных, компетентных, уверенных в самом расцвете сил, можно сказать, людей в Молдове присягнули на верность Владу Плохотнюку и играют в его команде. Я их понимаю, но я этот выбор для себя не сделал. Я сделал другой выбор. В эту команду на тех условиях не входить, выйти из этой системы. И более того, я считаю, понимая пагубность этой системы и опасность консолидации контроля над разными вещами власти, институтами, бизнесами, медиа в одних руках, я, как смогу, этому буду противостоять. Но это не значит, что я буду сейчас вам обливать Плохотнюка грязью или, наоборот, делать его из него ангела. Я считаю Плохотнюк достоин того, чтобы к нему относились серьезно. И его друзья, и очень важно, его оппоненты. Потому что победить не Плохотнюка, а систему, которую он построил, не понимая комплексности и силы его личности, невозможно. Андрей, я здесь вклиниваюсь, потому что вы ответили на мой вопрос гораздо раньше. Вы, когда я вас спросила, за что вы уважаете этого человека, вы сказали, да, я его уважаю. Вы от своих слов не отказались, но вы сказали за ряд качеств, которые вы не захотели раскрывать. Это ваше право. Нет, подождите, я не сказал. Подождите. Я могу раскрыть эти качества. Я сказал, что я не готов вам говорить и никому говорить о характере отношений, о том, что он мне говорил и о чем. А я не прошу вас об этом. Более того, я сейчас вступлю и уточню. Вы так вот как-то отреагировали. Я не прошу вас не поливать его грязью. Я не прошу вас не говорить каких-то вещей, которые вы не считаете возможным. Вопрос был, за что вы уважаете этого человека? Элементарно, за то, что человек поднялся из деревни Грозешт. Так. А вначале он родился петушкой. Причем там сложная история семьи, но неважно, он уже депортированных. Поднялся. Как поднялся, это вопрос отдельный. Он живучий, он self-made man по-американски. Какими я методы абсолютно не одобряю. Я многого не знаю, но догадываюсь, что в том, что говорят о 90-х годах, есть определенные зерна правды. Есть зерна, которые придумали или надумали. Но человек сманеврировал, человек системный, организованный, построил какие-то процессы. И за то, что он сейчас эту систему, огромный холдинг, там и политика, и партии, и политики отдельные, и блогеры, и медиа, и судьи, и госинституты, и государственные предприятия, все это он держит, эта система работает, вот это само собой достойное уважение. Но то, что человек, дайте договорить здесь. Нет, вот просто то, вы сами что... вы уже минут 10 отвечаете на этот вопрос, я смотрю, он вас задел. Нет, понимаете, у меня, в отличие от подавляющего большинства тех, с кем я общаюсь, к Владу Плохотнюку неоднозначно отвечает. Я считаю, он не черный и не белый. Что-то превалирует. Но при всех этих качествах, и то, как он с своей командой работает, защищает и так далее, в нем есть негативные черты, о которых я сейчас, вот о них я не буду говорить. Но я хочу сказать о негативных чертах той системы, которую он создал и построил. И спасибо. Сейчас... Вы ответите тогда, когда я задам вам этот вопрос. Я все-таки просила бы, потому что у меня очень много вам моментов. Хорошо, вы предпочитаете все время вот в нашем с вами общении брать инициативу на себя. Я просила бы вас этого не делать. Я понимаю, что вы хотели бы быть телеведущим, но это будет потом. Нет, я не хочу быть телеведущим. Ну тогда вы опровергнете эти слухи. Я тоже предоставлю вам эту возможность. Хорошо. Долго и пространно, эмоционально вы сейчас говорили о Владе Плохотнюке. Мне показалось, что эмоционально. Извините, это мое восприятие. Я на нем не настаиваю, но я считаю, что это выглядело именно так. А я сейчас хочу поговорить о господине Лупе, потому что вы тоже начали о нем говорить. Вы знаете, на самом деле, вот когда вы поясняли всю эту ситуацию, вот вы основной как бы удар критики тогда пришелся именно на Лупу. Вы сказали так: мои попытки с ним связаться не увенчались успехом, то есть вы пытались это делать. Угу. И далее, как вы уже сами говорили, вот Мариан Лупу дал одобрение на мой отзыв с поста посла Молдовы в Австрии за определенные заявления, которые я не делал. Я цитирую вас дословно. Мне показалось, что это больше обида и человеческая реакция, если хотите. Я позволю себе продолжить этот вопрос. Давай. Потому что вот в вашем таком, чувствуется, в вашем этом ответе чувствуется некое разочарование. Я хочу понять, это разочарование
человеке, Алопу, или политике? Ну, как политик Мариан Лупо не состоялся. Как человек, мне сложно говорить, у меня к нему, опять же, неоднозначное отношение. Я могу сказать, что я называл Мариана Ильича другом своим. Я не ожидал то, что в день, когда мне министр иностранных дел сообщила, что президент после встречи с румынским послом, непонятно на каких основаниях, дал указание меня снять, я пытался с Мариан Лупо связаться. Ну, просто понять, что происходит, потому что я знаю, как президент работает, вы тоже это видите. Президент очень редко проявляет инициативу, и еще реже он настойчив. Значит, что-то там есть. И я понимал, зная, как работает эта структура, я понимал, мы говорим о ноябре месяце, конкретно вторая половина ноября. И Мариан Лупо, несмотря на то, что до этого у нас было очень легкое общение, смс, телефон, всегда он отвечал, даже окей, перезвоню позже. Он взял паузу, более чем двухмесячную. Она началась с нашего с ним последнего разговора еще в октябре. И после моего комментария в прессе о том, что я считаю арест Филата коварным. Я не говорю, что его не нужно было арестовывать, или не нужно проводить суд над ним, или искать миллиард. Но сама манера мне показалась коварной и вредной, и опасной для перспектив демпартии с кем-то договариваться. Ведь, понимаете, это были партнерские отношения. Раз вы партнеры, вы вначале в лицо договоритесь и так. Но это отдельно. Я с Мариан Ильичем в ноябре, в декабре не общался ни разу. Он принципиально, видимо, уходил от разговора. Мне просто нужно было понять, почему же так. Вот. А потом все поменялось. Вот с января месяца, я не знаю, было ли его решение, или с кем-то он посоветовался, но вот с января месяца, или, может, кто-то оценил, что я буду поспокойнее, если меня будет... то есть, поняв мой потенциал, возможно, то, что я, в принципе, просто так не уйду и просто так не замолчу, видимо, попытались меня просто подержать в Вене. И вот тогда, когда президент по каким-то причинам, непонятным до конца для меня, потому что румынская сторона говорит мне, по крайней мере, Андрей, претензий нету, недопонимания, смотрите, ищите причины в Кишиневе. Людмил, я Лупо Мариана знаю... более 10 лет. Вас называли человеком, его человеком. Я никогда не был человеком Лупо, и не человеком Дьякова, не человеком Лохотника. Я свой человек, я пришел в Демпартию помочь Мариан Лупо. Я поняла ваш ответ, но говорили так, я вам скажу, что называли вашу фамилию, говорили Стелла Жантуан, Валерий Лазар, да? Вот, то есть, что вы говорили, это люди Лупо, вот он с ними пришел. Ну, это условно, да, я слышал. Я действительно пришел в Демпартию, Демпартия в апреле 2009 года она была 3%, потом пришел Мариан Лупо. Теперь уж понятно, как он пришел. Это было не его решение, а за ним стоял уже Влад Лохотнюк тогда. Это для меня очевидно, это меняет не ключ. У меня был разговор с Марианом Лупо. Я задыхался в атмосфере, помните, апрель, май, июнь 2009 года, когда общество поляризировано. Черное-белое, два лагеря. Мне это некомфортное состояние, и сейчас оно, кстати, продолжается. Раскол общества. И я видел в Мариане Лупо потенциал объединять. Потенциал остановить ту политическую войну, решил его поддержать. Я ушел с комфортного места, я построил ассоциацию внешней политики, были проекты, была нормальная работа, но я ушел, опять же, в никуда, ну не в никуда, в проект, и ни разу об этом не жалел. И был и Валерий Лазарь, и Игорь Корман, и Александр Стояноглы, и Сила Жантуан, никого уже в Демпартии нет. Это не значит, что мы были людьми Лупо, но действительно мы пришли в эту команду с Марианом Лупо. Но, Людмила, поверьте, вот теперь я позволю себе столько говорить о Владе Плохотнюке, потому что Плохотнюке, не раскрыв много скобок, что он игрок, он серьезный, ну, скажем так, он системообразующая личность. Мариан Лупо, к сожалению, вот как политик, он на подхвате. Ну, опять же, я не хочу никого обижать. Я это сказал в личном отношении, ну это личное отношение, оставьте для нас вот, наши личные отношения. Я достаточно сказал. Я не спрашивала, какие у вас личные отношения, я просто спросила, так. Вы разочаровались как в политике или человеке, мне достаточно. Я не был особенно очарован, я видел Мариан Лупо как способным остановить действительно процесс. Вы сказали, что вы были его другом. Да, у нас были дружеские отношения. Это уже человеческая какая-то основа. Конечно. Хорошо. И единомышленники, послушайте, мне очень нравится то, как Лупо говорит, я считаю... По тем посылам, которые Мариан Лупо говорит, мы очень близки. Но методы разные. И то, что Демпартия
провозглашая одно, а в реальности делает другое, это совсем... Хорошо. Вот вы все-таки, почему вас журналисты часто спрашивают относительно Зампартии? Я прошла тоже через такой период, да? Поэтому а вас о какой партии спрашивали? Догадайтесь, трех раз. Да. Людям интересно, как человек, который там побывал, будет оценивать дальнейшие шаги. Вот один из них. Мы говорим о Луку. Опять все-таки, нет, сейчас вот говорили, все-таки, на ваш взгляд, он станет кандидатом в демократы? Людмила, как вы полагаете? Я думаю, ответ на этот вопрос вот сегодня в Молдове не знает никто, ни даже Влад Плохотнюк. Честно? Я так думаю. Я думаю, Мариан Лупу, с одной стороны, хочет, он понимает, но вот это его последний шанс. Все. Но есть огромные риски. То есть по всей математике он не должен пройти во второй тур, но есть один ресурс, есть... И у меня свое видение. Я же не знаю, я сейчас стараюсь оберегать людей из Демпартии, умышленно со многими не общаюсь, даже с друзьями, чтобы как-то не подставить их под удар. Или если общаюсь, пытаюсь даже ни о чем не спрашивать, потому что я могу по другим каналам что-то узнать, а человек скажет: слушай, встречался вчера, пил кофе с Поповым, а Попов вечером придет на интервью к Бельченковой Людмиле, что-то скажет. И думаю: а слушай, ты ему сказал? Нет. То есть я оберегаю людей. Ну, похвально, я честно, я понимаю, о чем вы говорите. Вот даже Дмитрий Георгиевич, я на прошлом эфире смотрел. Я с ним не общался уже месяца два. Пару раз позвонил, говорит: Дмитрий Георгиевич, вы не обижаетесь, я вам специально не звоню, потому что грешным делом тут у вас брат ушел. Все знают, что он мне симпатизировал, Дмитрий Георгиевич, в партии, он меня видел действительно социал-демократом. Вот он, я специально его как бы не трогаю, чтобы не... Знаете, здесь интереснее не ваша даже позиция, да. Мне здесь интереснее позиция Дьякова, что он ответил на ваше предложение, говорит, не общаться. Нет, он говорит: я понимаю, Андрей, ну ты что, нет, он человек очень... То есть он не делал попыток с вами все-таки общаться? Нет, ну он никогда не было, чтобы я Дьяков, никогда, вот я не помню раза за годы общения, чтобы я Дьякову позвонил, и он мне ответил. Или не перезвонил. Ладно, это отдельная тема. Теперь что-то интересная тема, вот мы выходим на нынешний момент. Я думаю, в голове у великого гроссмейстера, как его называют, Влада Плохотнюка, что он уже сам сказал. Он раньше обижался, когда кто-то говорил, что он самый влиятельный молодой. Теперь он сам признал открыто, честно. Я считаю, это правильно. Нужно быть честным. Он сказал: я главный. Я, хотя не имею никаких должностей в государстве, гарантирую. Перед Барроса сказал Нуланд. Гарантирую стабильность, все такое. Сейчас он, тут премьер Филипп есть. А он говорит: я гарантирую, будет, никто его не будет снимать. Ничего, нужно посмотреть. Так вот, я думаю, у него сейчас разные сценарии. И, с одной стороны, главное же не позиция президента, хотя это очень важно. Для Влада Плохотнюка главное сейчас завершить это пике. Вот сейчас вы говорите, антирейтинг 90%. Вот представьте падающий самолет. Нет, я понимаю, вы сейчас опять забегаете вперед. То есть в отношении Лупу кандидат на пост президента. Я бы хотел. Пока нет вот, ответа. Честно, я считаю, это было бы правильно все-таки. Чтобы партия... Я думаю, что Мария Лупа сам хочет это. И я бы, если бы я был бы в политсовете или в круге, хотя не политсовет решает, вот в том узком круге, кто принимает решение, ну, просто дело чести. Влад Плохотнюк, кстати, он говорят, что человек слова, и часто, если он отвечает, он отвечает. Так вот, он говорил нам, коллегам партии: ребята, паузу, тактически отступаем, но я вам обещаю, Мариан Лупу будет президентом. Вот я хочу посмотреть, вот как за это обещание, данное 3, 4, 5 назад, Влад Плохотнюк ответил. Вы знаете, все теперь будут с интересом следить за тем, выполнит или не выполнит обещание. Тоже. Я считаю, лидер партии должен быть на первых ролях, а не на подхвате. Лидер партии должен баллотироваться. Относительно президентских, вы сделали два заявления, очень важных. Первое. В одном из интервью вы сказали о том, что вы тоже не уверены в том, что они состоятся. То есть вы подвергли сомнению. И второе заявление, вы сослались на свои источники и сказали, что вам известно о том, что господин Плохотнюк уверил госпожу Нуланд, что господин Дадон не станет президентом. Я понимаю эти заявления, значит, как они звучат, и вы давали пояснения. Спрошу о другом. Нет реакции до сих пор ни со стороны западников, или со стороны Соединенных Штатов, ну, которые могли бы что-то сказать, ну вот не говорила госпожа Нуланд, значит, такого, да, то есть они молчат. Молчит Плохотнюк, молчат, значит, демократы, то есть как будто этих заявлений не было, а могли бы сказать заявления, например, в отношении возможности выборов, да, то есть будут они или не будут, могли бы тоже как-то очень четко высказаться.
Вот я хочу, чтобы вы пояснили за этим молчанием. Да, что вы видите? Я жду двух, насчет определенности. У нас очень дефицит определенности, все неопределенность. А у Демпартии еще и у Влад Бортнева стиль такой, сюрпризы. Ночные, земные, ошарашить партнеров. Вы вспомните, сколько решений было Демпартии, они все в последний момент принимались, и никто их до этого не мог просчитать. Вот с тем же решением, опять же, хотел сказать Конституционного суда, но тут, конечно, независимый суд, тут случайное совпадение интересов. Или же 4 марта, что было, или же много-много решений. Сейчас никто не знает, что будет. Но я думаю, Влад Плохотнюк никогда не выходил и сказал: коллеги, успокойтесь, я главный, я хозяин этого альянса, и не только. И выборы будут 30 октября. Вот когда он это скажет, я поверю. Это первое. Второе. У нас осталось 5 месяцев до даты выборов, 30 октября. Вроде бы в парламенте лежит уже месяц проект закона. Непонятно, что за закон. И самое интересное, третье. Вот ни Демпартия, ни либералы как-то вот очень не шевелятся с кандидатами. Мне это непонятно. Меня терзают смутные сомнения, когда я послушал Михаила Федоровича Гимп. Он говорит: да уж успокойтесь, Дадон президента не будет, а и Майя Санду не будет, а Анастасия не будет. А кто? Где мы живем? Кто будет президентом, в принципе, решит народ. Избиратели. 2 миллиона избирателей. Кто из них придет на выборы, молодцы. А вот теперь вопрос. Смогут ли избиратели получить достоверную информацию о кандидатах? Или их будут им запутывать в мозги? И из того, что я вижу, я сейчас не вижу, чтобы Влад Плохотнюк активно противодействовал кандидатуре Игоря Николаевича Дадона. Он заявил, и в принципе, вот посмотрите, Людмила, у Влада Плохотнюка уж... То есть вы не подтверждаете уже эту свою информацию? Влад Плохотнюк, он же не односложный, он же комбинация на несколько ходов. Вот я считаю, если вы мне дадите ровно 75 секунд, я вам скажу, что я думаю, быстро. Я думаю, что Влад Плохотнюк имеет главную задачу получить позицию премьер-министра. Я думаю, рационально, с точки зрения, сделать это сейчас, летом, чтобы Филипп ушел в отставку, хотя он сказал, не уйдет в отставку, или чтобы его ушли в отставку, и потом, чтобы он додавил и стал премьером, или же после выборов. Но это как раз Влад Плохотнюк уже прокомментировал. Но он это не прокомментировал. Он вчера это прокомментировал. Я читал, что он сказал, читайте между строк, он сказал, что он уходит из политики. То есть между строк вы все-таки прочли, что он не отказался от желания претендовать на пост премьера. Да я уверен, что он этого... Спасибо. Я убежден, что это... Теперь мои еще 70 секунд. Я думаю, для этого ему очень важно получить позицию президента 60 секунд. Человека, ну, как минимум, безобидного или нейтрального, а лучше еще послушного. Или контролируемого, шантажируемого, в общем, которого можно держать в рамках, чтобы не мешал. Чтобы там сидел, вот, в принципе, чтобы ситуация нынешняя продолжилась. Уже как бывший посол скажу откровенно. Вот нынешняя ситуация его бы устроила прекрасно, только вот еще бы его бы, чтобы президент назначил и не лез. Ничего руками не трогал. Знаете, как в том анекдоте? 30 секунд осталось. Так для этого ему нужно стать премьер-министром. А в президенты вывести нейтрального человека или человека подконтрольного. Я думаю, Дадон его не очень устраивает, хотя не был бы катастрофическим вариантом. Так вот, я думаю, сейчас такая трехходовка. Первый ход. Сделать зеленый коридор для Дадона. И посмотрите, он происходит, Дадон набирает очки. И против него не используются рычаги. Только не знала, что это благодаря Плохотнюку. Я считаю, во многом. Там есть определенное совпадение интересов, тактическое. Угу. Так вот, выведя Игоря Николаевича Дадона на первой позиции, бесспорного лидера, и по всем вопросам он бесспорный лидер сейчас. И потом, раскромшав вначале Настасию, потом, если будет мешать и Майю Санду, общество получит непростой выбор. Дадон и 3 слабых, разрозненных оппозиционных кандидата. И вот тогда на белом коне всадник, возможно, его будут звать Павел Филипп, а возможно, Мариан Луп, а возможно, вообще как-то по-другому. Но выйдет миротворец, который скажет: ребята, давайте остановим войну. Да что там, не надо. Мы взяли уже 100 секунд. И вот тогда вот это будет игра. Вначале запугать одну часть общества тем, что он выигрывает, и потом сыграть с Западом на этом. А потом вот в этот кулуар освободившийся провести своего человека. Поняла. Это для страны будет плохо. Поняла ваше рассуждение. Я не удивлена даже, что вот вы так говорите. Но в отношении, вопрос был первый, в отношении реакции Соединенных Штатов. И я сейчас этот вопрос все-таки, я его не сняла с повестки дня.
Я его дополню. Вот как бывший посол, как вы полагаете, какую роль на этих президентских выборах будет играть внешний фактор? И чтобы вы не распылялись, а чтобы вы четко, пожалуйста, ответили, это США, Евросоюз, Россия. Вот как вы видите вот этот международный внешний фактор на президентских выборах, насколько он будет влиять на расклад сил? Ну, здесь и Румыния, как часть Евросоюза, она играет свою роль. Ну, хотите выделить отдельно Румынию? Есть два игрока, Румыния и Германия, у которых немножко разные позиции здесь. Ну, я не стала бы вот уже травить. Я считаю, внешне, хотя я дипломат, но мой вывод из моей профессии, более там, 19 лет я этим занимался, определяющая роль вот внутри страны. Внешние факторы, они вспомогающие. Они не могут искусственно какие-то процессы создать, провести, надуть. Правда? Вы так искренне считаете? Я в этом убежден. Замечательно. И вы знаете, вот очень интересно, что упоминаемый раньше гражданин товарищ Влад Лохотнюк, он это показал. Заметьте, это вы все время о нем говорите. Хотя вы все время делаете вид, что вы не хотите о нем говорить. Вы первый спросили. Нет, вот за что я его уважаю? То есть вы решили вернуться к этому вопросу. Мне приятно. За то, что он смог переломить. Его же была же договоренность, в принципе, я не знаю, не подписанная, конечно, но у западных коллег, а вот это я знаю из первых уст, из уст Виктории Лунова, было ожидание, что когда Плохотнюк сказал, что вот после того, как посадят Филата, после того, как докромшают партию коммунистов, и примером станет уважаемый на Западе человек, вот, ну не Валерий Стрелец, вот после этого он действительно уйдет не просто из парламента, не просто из Демпартии, а вообще из политики навсегда. Вот такое ожидание было от Влада Плохотнюка. И вы знаете, это Нуланд была носительницей этого ожидания, с ней говорилось. И вот как так случилось, что вот, ну, скажем, вот этот человек, политик, вы знаете, смог переломить это. Вы знаете, я вам хочу это сказать, показывает, что когда у тебя есть сила. То есть вы считаете, что преувеличено влияние внешнего фактора? Я считаю, преувеличено. На мой взгляд, если бы, я сейчас скажу свое мнение, можете с ним не соглашаться, если бы оно было преувеличено, Влад Лохотнюк не добивался бы той самой встречи с госпожой Нуланд. Но я не буду сейчас пытаться вас переубедить. Поговорим о вас. О ваших политических амбициях. У нас еще есть если они есть, на это я найду. Хорошо. Вы знаете, ваше туманное заявление насчет вашего участия возможного в президентских. На вопрос, намерены ли вы баллотироваться на должность президента, дипломат отказался дать четкий ответ и заметил, что этот вопрос преждевременный. Что скажет Константин Попов сегодня? Нет, я уже сказал это на прошлой неделе. Поэтому мне интересно, сегодня вы настаиваете на таком ответе? Да. То есть, тогда я вопрос переформулирую. Вам хочется участвовать в этой предвыборной гонке? И почему? Людмила, я не исключаю такого развития, ситуации, да? Ну, я не знаю, скажете. Я скажу честно, я сценарий не исключаю, но сейчас я концентрируюсь на других вопросах. Вы сейчас просто уходите, вот я вот это не исключаю, вы обычно говорливы сейчас в ходе беседы, я цепляюсь за это слово, не исключаю. Я попытаюсь не говорливы люди черно-белые, у них все просто и ясно. У меня тоже все просто и ясно, нужно тогда просто дополнить. Просто и ясно. Андрей Попов хочет участвовать в выборах? Я хочу, чтобы я жил в нормальной стране, и я буду участвовать. Это не просто. Я бесспорно буду участвовать в политических процессах, связанных с выборами президента, будучи 100%, 300% убежден, что сейчас вот нужно игру кого-то сломать. Потому что если замыкается вся эта пирамида и получается удобный президент и Влад Плохотнюк премьер-министр, то эта пирамида по-другому заработает. Андрей, обычно, когда я задаю людям этот вопрос, люди мне говорят так. Вот Дьякова спрашивала, хотите стать президентом, не хотите? Хотите? Я хочу. Хотите. Но вы не уверены, если вы будете на этих выборах принимать участие? Я вам больше сказал. Я на этих выборах буду поддерживать процессы людей, команды, которые смогут этот процесс консолидации власти в одних руках остановить или ему противодействовать. То есть вы будете поддерживать в каком качестве? Кандидата на пост президента или члена какого-то штаба? Мне, вот я пытаюсь понять. Честно, мне кто-то из
тех политиков, кто фигурирует в вопросах, даже предложил ему помочь чуть ли не, ну не чуть ли не, а сказать: Андрей, я готов, зная твой политический опыт, тебя пригласить начальником штаба. Я думаю об этом предложении. То есть вот потолок вашего участия в этой президентской кампании. Ну что вы мне сейчас загоняете? Я хочу понять, потому что вы говорите, вот 5 месяцев люди там те не определились. Вы за 5 месяцев, на мой взгляд, вы не новичок уже в политических процессах. Вы можете достаточно четко ответить, я буду участвовать или я не буду. Я хочу участвовать, нет, я не хочу. Нет, я не могу вам сейчас четко ответить, это правда. Это правда. Это было бы несерьезно. Вы хотите, чтобы была такая интрига, и все думали. Да нет, я не хочу. Как себя поведет Попов? Людмила, ну подождите, я вам сказал честно. Тогда что вы тогда вот сейчас потому что я сказал, что я не кокетничаю. Ну это выглядит как кокет. Да слушайте, ну у вас вот был Игорь Дадон. Он до того объявил, он знал, что он будет президент участвовать еще до событий 4 марта. Ну, Игорь Дадон отвечал так: я хотел бы, если партия, мы примем решение, партийное, да, тогда да. А вот что скажет Андрей Попов? Я сказал, не сомневайтесь, я буду в разных качествах участвовать в этом процессе. Я не, это сейчас не план А, но сказав вот сейчас я не буду участвовать, да, а потом так... получится. А что то есть вы надеетесь, что может получиться так, что вас пригласят поучаствовать, например? Нет, я не жду приглашения. А что могло бы вас склонить, чтобы вы поучаствовали в этих выборах в роли кандидата? Это должно быть? Я считаю, что на данном этапе необходимо помочь всем оппозиционным силам сконцентрироваться и координировать, и общаться. У меня определенный опыт такой посредничества был. В 2009 году вместе с Игорем Бацановым и с Аркадием Бадбарошием мы занимались челночной дипломатией между Лупу, Ткачуком, Дьяковым, Урикяну, Филатом. Знаете, и что-то казалось... Андрей, для того, чтобы человек принял для себя решение участвовать, не участвовать, он, как правило, говорит, если сложатся условия, люди честно говорят, деньги, меня должны выдвинуть какие-то силы, или я независимым, да? Угу. И у меня должны быть какие-то возможности. Это очень прямо я и честно. Я смотрю телепрограммы, я считаю, максимально честно и ответственно отвечаю. Один. Угу. Четкость. Я этого не исключаю. Я сказал это? Вы сказали. Два. Я не примкну никакой политической... Сейчас, кстати, на прошлой неделе меня спросил ваш коллега, вам предлагали? Нет, мне не предлагали. Вот он за неделю мне ни одна уже партия предложила. Я говорил, ребят, извините, пожалуйста. Вам предложили идти президентом? Мне предложили помочь партии стать локомотивом. Как не партии, а партиям. Я сказал, друзья, я сейчас ушел из одной партии, я не готов заниматься сейчас локомотивом или паровозом каких-то команд. Я не для этого ушел. Я ушел для того, чтобы у нас много партий сейчас. Вот я считаю, сейчас вот... инфляция партии. Я считаю, что есть оппозиционные силы, которые раздроблены, не организованы, у них отсутствует фокус. Нужно в обществе огромный негативный потенциал. Общество недовольно. Вот этот потенциал нужно грамотно собрать и здесь участвовать, как это было раньше. И Дадону, и Усатому, и Майе Санду, и Лянке, и Андрею Настасье. Им нужно общаться. Поняв, что сегодня уничтожают имидж Настаси, завтра это будет Майя Санду, а после этого это будет Дадон. Я не очень понимаю, как ни один из оппозиционных политиков не поддержал того же Настасья. Был очень чернушный фильм, там было много обвинений разных. Но перешли красную черту. Когда пришли к его маме, это красная черта. Так вот, все политики должны собраться и говорить, этого нельзя допускать. И ни от Дадона, ни от Майи Санду я почему-то не увидел слов солидарности. Хорошо, а какой есть на сегодняшний день какая-то такая партия, которая вот соответствует вашему? Честно? Да, пожалуйста. Только не вы сидите? Ну, как видите. Не встать? Более всего... Название этой партии. Да. Более всего соответствует моим взглядам на жизнь, на будущую Молдову программа и устав, и принципы Демократической партии Молдовы, к написанию которых я имел отношение, но, к сожалению, политика, проводимая от имени партии на основании этого устава, группой людей, которые от партии принимают решение, оно ничего уже... Хорошо, я поняла. Да? Вы ушли из Демократической партии. Есть какая-то другая партия, которая соответствует вашим ожиданиям? Честно, что вот эта партия, вот вы смотрите на нее и думаете, ну вот... Людмила, у меня есть определенные черты из
определенных лидеров. Uh-huh. Вот у кого-то волевые, у кого-то качество отношения к государственности Молдовы, uh-huh. у кого-то честность. Вот Майя Санду мне подкупает своей честностью. Я считаю, она бескомпромиссная, это не так хорошо в политике. А что тогда вас не подкупает? А мне не подкупает. Я вот не могу понять, вот как она относится к Молдове. Вот я, честно говоря, не могу понять, как, если станет она президентом, а у нее хороший шанс обойти во второй тур, вот как ее электорат, который будет голосовать за Дадона, который, возможно, тоже будет во втором туре, вот как они ее воспримут как президента. Я с трудом представляю, или не представляю, к сожалению, ситуацию конфронтации двух лагерей. Тех, кто предлагает нам прекрасные отношения с Россией, но нехорошие отношения с Румынией. И с другой стороны, тех, кто предлагает прекрасные отношения с Западом, но Россия оккупационная страна. Хорошо, вот вы сейчас сами напросились на вопрос. Вот напросились прям. Давай. Мне интересно, вы не хотите говорить там не исключительно смысле, я сказал, Людмила, я сказал максимально это честно. Ваше право. Ну что, ну конечно. Нет, же. Нет, я же не стану вас пытать. Я вы сделала все, почти. Что могла. Я практически задала вопросы со всех сторон. Да. Вы говорить не хотите. Это ваше право. Я же ответил вам. Тогда. Вы не ответили. Потому что не исключаю, это ни да, ни нет. Ну, было, Людмила, понимаете, так. Ответ ни да, ни нет, он не всегда хорош. Нет, ну не всегда. В данном случае для меня он хороший. Ну, конечно, а для меня нет. На этом и сойдемся. Хорошо. Второй тур. Второй тур. Вы сейчас пытаетесь на этом спекулировать? Опять же спекулировать. У вас не получится. Смотрите. Спасибо. Второй тур. Кандидат от левых. Вот, по крайней мере, так прогнозы говорят. Кандидат от правых. Вот как вот гражданин Попов, как сами себя представили, или Андрей Михайлович. Ага. Мы не знаем, кто будет кандидатом от левых или от правых. Ну вы за кого голосуете? За кандидата левого или правого? Я за кого? В Молдове левые, иногда правые, правые, ну, левые. Вы понимаете, про российские, про западные. Это разные вещи. Да. На самом деле левые – это более глубокая составляющая. Кто ну, за социальную власть? Да? Ну, вы понимаете сейчас, что, кого я конкретно про Дадона или за Майю Санду? Вы скажите так, Людмила, будьте конкретны. Вы знаете, конкретны. От левых вот более очерчен кандидат Дадон. В отношении правых я не берусь прям так вот уверенно. Ну, по вопросам с Майей Санду. Да. По вопросам Майя Санду, за кого проголосуете? Я проголосую за того, кто убедительно покажет, никто из них не является моим героем. У одного одни черты, у других другие. Честно. Ну, один говорит, вот Майя Санду говорит, если будет референдум, я проголосую за Унирю. Дадон выступает за Евразийский союз. Они свое мнение вряд ли поменяют. Да. Вам что будет импонировать? Нет. Во-первых, я убежден, что сейчас нас искусственно выводят на геополитический раскол. Да, так будет. Я считаю, должен быть фокус на одну систему. Как эту систему остановить и ее начинать демонтировать? Вот кто будет в состоянии это сделать? С одной стороны, вам будет неважно. Как? Очень важно. Вам будет неважно, это кандидат будет, этот будет, какой Людмила, вектор предлагать. Мне очень важен вектор. Мне важен вектор, чтобы был за Молдову, за будущее. Не за Россию, не за Румынию, а за будущее Молдовы. Этот вектор важен. Пока ни у Дадона, ни у Майя Санду это не вижу. Но есть другое качество. Способность противостоять коррупционной системе. Вот у кого больше силы. С одной стороны, я знаю, у Дадона есть прекрасные организационные способности. Очень работоспособный, да, человек. С другой стороны, у меня есть свои вопросы, потому что его отношение с Плохотнюком. Потому что я вижу четыре вещи. У Плохотнюка есть ресурсы медийные, ресурсы финансовые, ресурсы юридические, ресурсы политические. Ни одного из них не используют про Дадона. Позвольте почему? Мне говорить по поводу Плохотнюка. Я сейчас вот... Нет. У нас осталась одна минута. Ну, с другой стороны, у Майи Санду я не вижу... Она честная, но я не вижу той силы, которая могла бы противостоять. То есть вы не решили? Я пока не решил, пока бесспорно. Пока не решил. Вы тоже имеете право на это. Что я решил? Что я решил? Что чем кандидат, которого будет поддерживать система, лучше уж или Дадон, или Майя Санду, это для меня бесспорно. Вы на этот вопрос четко не отвечаете, но я тоже подчеркиваю, что это ваше право. Вы специально я пыталась показать зрителям в ходе этой программы, действительно пыталась вынимать из вас какие-то моменты, которые, может быть, зрителям были неизвестны. Скажу теперь для меня. Вот что самое такое, вот, на мой взгляд, ярко бросающееся в глаза. Вот я поняла, что вы человек, который любит совершать поступки яркие и неординарные. Вы делали это много раз. Иногда это даже было, ну, несколько, я не знаю, может, эпатажно, но вы это любите делать. И, на мой взгляд, ну, я не знаю, это одна из... Я сейчас говорю о том, как я вас воспринимаю. Угу. Если вы не согласитесь, вы потом это скажете. Вот это ваша черта каким-то таким вот поступком. Она вам мешает или помогает? Очень коротко, да или нет? Я, когда нужно, я готов идти против течения и наставить на свои точки зрения. Я уверенный человек. И когда меня не устраивает, меня не волнует очень сильно,
если это по правде, я живу по правде. Вот и все. Я вам завидую. Это иногда, что... иногда помогает, иногда мешает, но в целом это если помогает. Если человек может о себе так сказать, я живу по правде. Я живу по правде. Это, наверное, классно. Я желаю вам вот в этой, во всей этой ситуации, в которой мы сегодня находимся, сделать для себя правильный выбор. Я сейчас не только говорю о том, какой выбор вы будете для себя делать, когда вы будете голосовать на президентских, а вообще, потому что такой у вас сейчас период, вы сами говорите, что вы будете смотреть, как перед выборами там ситуация, да, как, какой роли. Это понятно. Я желаю вам, чтобы этот выбор был правильный, чтобы потом вам не пришлось, как вы говорите, плыть против течения. И благодарю вас за участие в этой программе. Я сделал главный выбор. Я вернулся домой. Я хочу, чтобы моя страна была нормальной страной. Я вас поздравляю с возвращением, да, потому что я понимаю, не что так долго отсутствовал, правда, на самом деле, да, для вас это важно. В этом вы меня убедили, по крайней мере. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо, Люба. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.